Всем привет, и сейчас я научу вас делать йо-йо. Йо-йо – это очень необычный вид жонглирования. Он часто у людей вызывает хаос, панику, непонимание того, что происходит. Давайте посмотрим, как выглядит йо-йо. Что это было? Магия. Бросок. Базовый бросок в йо-йо выглядит так. В одной руке вы просто держите мяч. В другой руке вы делаете бросок вверх-вниз. Не внешний и не внутренний. Шаг номер один. Осваиваем колонны. Конечно же, мы осваиваем их и правой, и левой рукой. Держим ритм и сохраняем плоскость. Шаг номер два. Тут все гораздо сложнее. Давайте научимся подбрасывать один мяч, при этом развязывая другую руку. Поднимаем руку, которая будет просто двигаться, и держим вверху. В обмен делаем бросок. Ничего сложного. А теперь нужно сделать действительно сложную вещь, нужно последить за мячиком. Ну, видите, существует много форм, но в йо-йо мы будем вести сверху, сверху, сверху. Словно мы в йо-йо управляем, словно марионетка. Мячик-марионетка. Тогда вам станет это легко. А я рекомендую отрабатывать шаг 2 очень долго, потому что вам очень долго не станет легко. Мы берем второй мяч. И приступаем к шагу 3. Мы делаем всего один бросок и останавливаемся. Внимание! Мы запускаем пустой мяч, ловим его. Когда второй мяч полетит вверх, мы войдем за ним и останавливаемся. Поехали. Пустой мяч, нужный. Пустой мяч, нужный, остановились. Пустой мяч, нужный, остановились. Ну вот я интуитивно уже продолжаю схему, потому что следующий шаг, это, конечно же, зацикливание всей этой схемы по бесконечности. Давайте дадим вам пару советов. Самый хороший совет, это, наверное, освоить нестандартное жонглирование, то есть развязать руки. Например, вы просто делаете бросок рукой одним мячом. Вот я делаю любую форму жонглирования 2 в одной руке, и в этот момент добавляю какой-то особый вид жонглирования. Это нелегко, нужно отучиться от стандартного каскадного жонглирования, но если вы будете тренироваться, то у вас получится. Какие комбинации можно использовать в йо-йо? Любые. Лучше всего сочетать с каскадом и обратным каскадом. Например, мы ведем стандартный каскад, вдруг подхватываем мяч и держим его. Посмотрите, я готовлюсь сделать йо-йо. Я вот выдерживаю его и вдруг начинаю делать. В какой-то момент я возвращаю систему и делаю. Конечно же, можно перейти в милс-мес, в какой-то момент остановиться, сделать йо-йо и вернуться к жонглированию. Удачи вам в жонглировании, тренируйте йо-йо и удивляйте своих знакомых и близких людей. У вас все получится, я вас верю. Ставьте лайки, подписывайтесь, а если вы сделаете это, то я буду делать вам еще много приятных и интересных видеороликов.